музыкантов отложили. Я как бы давно уже сказал, что я поеду. Ночью животные растаскались. А то мы можем на обратном пути ведерко нарвать. Это течет нахрен, который даже в Советском Союзе, да, мы убыли. О, видишь, бочки затыкают, каятник туда. Да, да, да. Ну а что, здесь тоже он. Не знаю, ли вам видно, но это очень интересное место. Здесь сливается река Ярден и река Хермон. И вот дальше они вместе уже текут рекой Ярден. Красивое, знаменательное место. Побеспокоили птичек. Попугай, оказывается. А вот этот парк, который вы видите, что бы вы думали? Самое обыкновенное кибуцное кладбище. Сейчас мы себе подготовим завтрак красный. О, какой дар природы красивый, говорит, смотри. Видите, почти. А, почти. Ты почувствовал, да? Вот надо проезжать. Какая там вода холодная, а? Дороги. Справа нет дороги. Да, смотри. Вода холодная. Ведь лупы. Давай, фирменный момент, маршруты Игоря, пустые колючки. Давай, первый пошел. И только не забывай педаль. Второй пошел. Паршюта, слышали, знаете? Там ручей этот течет, поставила температура круглый год. Чтобы он 13 градусов, что такое. И зимой, и летом она постоянно. Включай Хермон. Собственная персона, пожалуйста. Очень холодная, приятная. Мягкая, главное. Мягкая. И мокрая. И, кстати, эту воду мы кипятили, мы можем пить. Может пить, да. Я не кипячу на мусор. Я пил не кипячу. Сейчас, секунду, я тоже. Голландские высоты впереди. Мы продолжаем свой путь. То, что там есть нельзя было, это было понятно. Есть можно всегда, везде. Было бы шо, скажи, да? Да. Меня отключим. Это тоже меня. Люха, блин, ну так на 100 шекелей полиняешь, ты же понимаешь. Это там сколько пива можно выпить. У тебя то, у тебя все, у тебя это. Твой. Все, спасли Люху. Да. Жить будет. Нет. Напишет, опять ямка. Как иногда же. Запах, давай его обманывай.
малинка. Ценные витамины по дороге. Колыбнись, я тебя на границе сфотографирую. Хитрик у меня. У каждого свой участок, да? 100 метров. Ну, Илюха, газу. На хальшнир. Интересно, здесь можно свои лодки? Конечно, на камерах здесь пускается, на чем хочет. А местные сабрики. Взять с собой велосипед один, правильно? Машину где оставить? Когда военные разворачивают карту, сейчас они будут спрашивать, где мы находимся. Ну, поскольку мы не военные. Мы точно знаем. Мы точно знаем, где мы находимся. Но не знаем, куда ехать. Нет, я так. Thank you.